Татьяну Брухунову часто критикуют из-за выбора одежды. Хейтеры считают, что луки супруги юмориста прибавляют ей возраст. Между тем, женщина моложе Евгения Вагановича на 43 года. Образы Татьяны хоть и называют спорными, но доступны они не всем. Супруга Петросяна любит люксовые вещи, не скупится на дорогие аксессуары. Стоимость нарядов Брухуновой оценила и Виктория Боня, правда, ехидно пройдясь по ее внешности. Посмотри, какая невзрачная женщина стоит и держит сумку Prada за 315 тысяч рублей. Если бы я осталась жить в Краснокаменске, просто проклинала бы эту женщину. Мол, как это возможно, мы в год столько не зарабатываем, но это только сумочка, а брошь, 39 тысяч в Сен-Лоран, носочки Gucci 16 тысяч, 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился, 500 000. Восклицала Боня в Рутюб злые языки. Негодование телеведущей подхватила и Наталья Краснова. При всем уважении к этой женщине, я смотрю, и мне так жаль. Ей стилист подбирает такие луки странные. Тебе не кажется, что у Петросяна есть запрос? Сделайте из моей жены примерно Степаненко, делилась мнением блогерша. Себя же Виктория считает красавицей, которой подойдут любые, даже самые нелепые вещи. Есть женщины, как мы с тобой. На нас мешок надень, мы будем выглядеть на миллион, смело заявила экс-участница Дома-2. К слову, хейтеры не только проходятся по вкусу Брухуновой, но и часто сравнивают ее с соперницей, 69-летней Еленой Степаненко. Почему никто не спросит Елену Григорьевну о ее сходстве с предыдущими женами Петросяна? Почему-то все задают вопросы о ней, а были ведь еще три другие жены, говорила пятая жена юмориста.